Народ, всем привет. Вопрос из разряда актуалочка. Кто-нибудь пользуется или пользовался ли китайской резиной зимней? Ну, соответственно, это Triangle, там, липучка, вот меня интересует. Думаю, можете себе поставить, а то девятнашки что-то дорого вам. Я, честно говоря, даже не смотрел и не планировал, но недавно тут услышал отзывы, то, что, типа, нормальная тема. Учитывая, что эта нормальная тема стоит в два раза дешевле, то почему бы, в общем-то, и не попробовать? Поэтому интересует мнение. Директ, конечно, порвало. Одни пишут топ, другие пишут дно, третьи пишут в Москве хорошо, в области плохо. Учитывая, что я из области, мне как раз-таки вот такого формата ответ очень актуален. Народ пишет там дешевле вот это. Тут вопрос, честно говоря, даже не в цене. Я уже сориентировался на дорогую резу брендовую и просто вот посоветовали, сказали, что тема прикольная, поэтому решил создать такой опрос. Ну и, короче, вот пока как-то так. Сейчас потыкаете, а я результатом потом поделюсь. Ну а чтобы совсем порвать пуканы, давайте проголосуем. Липучка или шипучка? Тыкайте. Я потом добавлю и одни, и вторые результаты завтра там или вечером, когда большинство ответов соберется, и посмотрим. Чисто Шабаныч возит в багажнике запчасти. И говорит, я BMW купил, пацаны, бля. Ой, бля. Обстановка Саня, Турик, Бэха, печатники... И постановка с искрами.